Так, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Константинович. Добрый вечер вам. Вам и всей вашей семье. И всем садоводам Хакасии. Наверное, так сказать лучше будет. Мы в Хакасии приезжали, можем, несколько раз мы были. Ой, по порядку. Откуда вы и как зовут? Я из Братска, города Братска. Зовут меня Галина. Сама я родом с Украины. Город Хмельницкий. Это считается вроде как западная Украина, но на Западе нас не сильно любили, в Хмельницкой области и вообще. У нас там уже проходили... Так, сейчас, я вас перебью, знаете почему? У меня из одного слова неделю было заблокирован мой канал. Вот, значит, я решил так, я всех предупреждаю, говорить по-русски и не вспоминать лишний раз Деньку Украину. Это горькое время. Давайте поговорить про братство и про садоводство. Хорошо. Ну вот, я по какому вопросу вам звоню, хотела с вами и проконсультироваться, и поговорить, потому что очень много видела ваших видео на Ютубе. И в 2018 году мы были в Абакане, приезжали к сыну в гости, и ездили мы на Саяно-Шушенскую ГЭС. Правда, мы уже вечером поехали, уже сумерки были. Ну, в общем, конечно, восхищение мое было, не было предела. У нас Братская ГЭС под боком, можно сказать, 30 километров от нашего дома. Я-то живу в своем частном доме, в своем доме. Участок, конечно, у нас небольшой, 11 соток. В Сибири не было аж много земли, чтобы людям давали участки, но хотелось бы, конечно, побольше, но как есть, так есть. В общем, я живу на правом берегу реки Ангары. А у нас еще есть энергетик Левый берег Ангары и центр города Братска. У нас получается как поселками построено, как вот строили Братскую ГЭС и осваивали территории. И, в общем, вот так вот и так и осталось у нас. Ну, что хотела я вас спросить. Я выписала в Челябинска шелковицу. Это еще в 2007 году. Выписала саженцы, белая шелковица и черная шелковица. Посадили мы с мужем, так, нам прислали по осени ее саженцы, у нас два этих кустарника, небольших саженца, перезимовали в горшке, в земле, в большом этим, горшке на 8 литров, и мы по весне высадили их в грунт, открытый грунт, уже где-то в июне месяце, уже когда тепло установилось. Получилось так, что вот на наши эти два саженца начали расти сразу не деревом, а кустом. И вот уже вот столько лет у нас эти два куста, они шикарные два куста, но причина в том, что они все-таки за зиму у нас подмерзают. Вот черная шелковица куст у нас в том году, в 23-м году, в 22-м, были ягодки на нижних ветках, а вот белая шелковица у нас не плодоносит. Я уже потом много читала по интернету, смотрела. В общем, нужно делать прививку по шелковице. Поменять ветками, прибой сделать. С белой на черную, с черной на белую, чтобы плодоносили. Такой совет дали. Ну, на следующий год мы хотим попробовать с мужем, как что у нас получится. Кусты большие, кусты выросли огромные, где-то метр по два с половиной. Мощная корневая система, мощные ветки, прям такие конкретные ветки. Листья шикарные, красивая зелень. Вообще прям глаз радует не отвести. Но хотелось бы плодов побольше. Я помню, как на Украине мы ели шелковицу. Там было, конечно, у соседа огромнейшее было дерево. И были плоды такие большие, черная шелковица, дозревшие. Как вот ольха, когда по весне цветет. Вот такие были плоды шелковицы. Большие, длинные такие полосочки. Конечно, это такое дерево или такой кустарник, в общем, вкусный очень. Хочется попробовать вкус детства. Вот такая мечта. Теперь что хотела еще сказать. У нас растут яблони. По порядку, вы же от меня ответа ждете. Давайте шелковице поговорим. Давайте. Смотрите, вопрос такой. Черная плодоносила. Так. Получается, сколько? 6 лет, да, дереву? Нет, уже получается лет, наверное, 8-9. Хорошо, 8-9. А наверняка сеянцы непривитые, да?
Да, она не привитая, да. Ладно, заплодоносила черная. Значит, по моим понятиям, у вас плоды должны быть мелкие-мелкие, как ногти на пальцах, правильно? Вот так они и есть, так они были, маленькие, мелкие-мелкие плодики, да. Вот, они вас интересуют, чтобы брать, переносить на белую? Плевать. Ну, как вам сказать, интересуют, не интересуют, но мне жалко выкидывать уже. Муж все грозит, что выкинут, саженец, ничего нету, место занимает, а мне жалко. Хотим попробовать привить, чтобы... Так, привить, конечно, попробуйте. Шансов 10% из 100. Вот, так. Белая на черную, черная на белую приживается крайне плохо. Белая считается более морозостойкая, но чуть-чуть более дикая. Вот, дальше. Попробуйте прививать, так, шанс маленький есть. Вот, и белое, скорее всего, у вас мужское дерево, скорее всего. Я с этим столкнулся тоже. Я это проходил, терял годы. Вот, шелковицу настоящую с жирными плодами. Вот посмотрите на пальцы, правильно? Две фаланги пальца. Как две фаланги пальца. Вот, у меня такое же дерево в детстве было. Это здесь не светит. И привезете, допустим, со своей с Хмельницкой области, варианта два. Замерзнет, так? Или если одна, как у меня получилось, 5 из 200. Поверите? 5 из 200. Вот, я такое проходил. Или если как несколько выживет семян, вы же могли бы семена заготовить, вот, последний урожай, то они будут еще мельче. То есть, или мерзлые, или мелкие. Вот. Я пошел другим путем и вам советую. У меня уже лежало, есть опыт, но я его называл зеленое черенкование. Могу выслать статью при условии, если вы мне отправите, ну, просьбу, например, по WhatsApp. Я та самая Галина и так далее. Дальше слушайте. Хотите иметь хотя бы такую шелковицу мелкую, вот, то, что прививки почти даже не 10%. Скорее всего, у вас просто не получится прививки. Вы просто берете свою черную шелковицу, нарезаете ветки. Дальше по железову зеленое черенкование под летом, в июле, под бутылки. И у вас с высокой вероятностью вырастут уже укорененные саженцы. Вот. У них недостаток, что все-таки корни-то искусственные будут. Значит, ну, будете подсыпать снегу, чтобы не замерзли корни. Вот. И таким образом, это и есть ваш шанс. Не так, как прививку я посоветовал забыть, заняться укоренением. Вы тогда можете 5, 10, 20, 50 укоренить, как хотите. Вы можете через 2-3 года уже продавать направо-налево. Только если убедите людей в том, что у вас настоящее, у вас братское настоящее плодоношение. Это редчайший случай. Вы сразу становитесь монополистом. И еще скажу пару слов, чтобы закончить эту тему. Значит, дело в том, что у вас участок, вы его упомянули про этот участок, скорее всего, если, вот смотрите, плотина, если вы ниже плотины на берегу, не замерзающая от горы, то я вас поздравляю, и шелковица будет, и все будет, и даже персики будут. Это так? Нет, это не совсем так, потому что Ангара идет, уходит в левую сторону, а у нас тут частный сектор, как дома, которые строители, первостроители Братской ГЭС, брали участки, строили дома, и до Братской ГЭС получается 120-30 километров. Ой, все. Никакой микрозоны нету. Это хуже. Ну, все равно пытаться надо. Пытаться надо. Хотя у вас, видите, как вот этот вот... Циклоны идут с этого, с Атлантического океана, переходят всю нашу европейскую Россию, потом переваливают через Уральские хребты, потом, потом Западная Сибирь, потом уже Центральная, Красноярский край, и потом к вам. И еще обязательно теряют при этом 1-2 километра. Ой, я заговариваю, 1-2 градуса теряют. То есть у вас чуть-чуть холоднее. Но тем не менее, пробовать надо. Сейчас я что предлагаю? Смотрите, у меня есть личные обстоятельства, вот сейчас телефон надрывается, если слышите, чужой телефон. Вот. Потом когда-нибудь расскажу, что мне пришлось поневоле брать рамки,
Вот, спасать уже людей онкологически, уже поздно спасать, ну, задним числом ходить, переставлять рамки, эти столы, не столы, а стулья, диваны. Вот сейчас я, к сожалению, сейчас должен отвлечься. Давайте так, будем считать, что первый фильм готов. Так? Вот. Ну, давайте отвлекитесь, и я вам перезвоню. Нет, сегодня уже не получится. Отвлекаться это ноги в руки и пошел. Вот, давайте так, первый фильм, назовем это так, Телемост, Хакасия там, нет, Телемост, Саяногорск, Братск, и, значит, серия номер один. Все на сегодня, ну, извините, давят. Хорошо, хорошо, Вот, про договорились. Шелковицу с Всего вами мы хорошего. поговорили. Всего А, хорошего, до свидания. еще. Шелковица всегда в Сибири, в северных краях будет расти кустом. У нее отмерзают кончики веток, это то же самое, как обрезка. Когда Да. отрезают часть это, и вместо одной ветки 3-4, 3-4, получается шар. И ничего не Получается, удивляйтесь, дерева у вас никогда не будет. да, она именно шарон, и ветка отмерзает почти на целый метр. Ну, Вот. Они я потом думаю так, останавливаются. шансов у вас мало, потому что климат сильно жесткий. Шелковица-то ваша уральская, она не приспособлена. Вот. Ну, если до середины лета доживем, закажем несколько веток. Уже моей, по мне, по крайней мере, шелковица культурная. Не от семечка. Все, Галина миленькая, землячка моя родная. Вот. Здоровеньки были, до побачення. До побачення. Будьте здорові. До побачення. Всього доброго. Всего доброго.